IGP Radio и продюсерский центр «Новая романтика» представляют. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, радиослушатели, товарищи, рокеры, рокерши, дамы и прочие любители музыки рок города Санкт-Петербурга. У нас сегодня такой некий маленький эксперимент. Мы проводим интервью с группами, которые участвуют в новом сезоне фестиваля «Новая романтика». Это 8-й сезон нашего фестиваля «Новая романтика» 21-22. И вот в этом сезоне у нас участвует несколько групп. Одна из них, к счастью, это группа, которую я уже, наверное, люблю лет 7 или 8, хотя сколько, наверное, они живут. Эта группа называется «Гринвич». Здравствуйте. Спасибо. И вы здравствуйте. Эта группа представлена сегодня двумя музыкантами. Клавишником Михаилом Потаповым. Здравствуйте, Михаил. И лидером группы, гитаристом и автором музыки и текстом Олегом Эберингом. Доброго вечерочка всем. Спасибо. Я не знаю, о чем вы спрашиваете, понятия не имею. Я просто люблю. Если это вопрос, я спрашиваю вас, почему я вас люблю, Олег? Так давайте так и будем вести дальше беседу эту. Просто общаться, так сказать, я не знаю. Почему так я предлагаю это сделать? Потому что, когда мы пересекались, вот с Юрием пересекаемся на каких-то концертах, там на каких-то там, все заняты, у всех дела. Кто-то пьяный или еще что-то. Короче, диалога не получается. Вот тут как раз прекрасная возможность пообщаться, так сказать, по душам. Поскольку до этого Олег, у меня к вам странный вопрос. Он даже не вопрос, а некое утверждение. Вот мне кажется, что вы по жизни, будучи талантливым человеком, пишите нормальную музыку, я бы даже сказал, хитовую. Нормальную. Хитовую. В стиле поп-рока. А вас тянет на тяжелую, на тяжелек какой-то. Поэтому вы свой красивый, эмоциональный, духовный поп-рок загружаете в какую-то тяжесть. Это правильно? Дядя Юрий, вы сами себе сейчас противоречите. Вы говорите поп-рок и сами говорите тяжелый. Поп-рок не может быть тяжелым по своей сути, как бы, понимаете? То есть это уже получается, что у нас не поп-рок уже получается, а где-нибудь хард, может быть. Не надо красивый хард. Не надо? Нет, не надо хард. У нас есть официальное, так как это сказать-то, направление. Мне один человек сказал, как официально у нас называется направление, характеризует нашу группу. Я не запомнил, не понял ни слова вообще. Может быть, это знает Михаил? Без понятия. Давайте назовем это просто рок и чуть-чуть хард. Мелодик. Мелодик. Жанры реально, да. Для этих самых. Это в трех словах. Вы сами знаете эти слова. Я вам потом как-нибудь... Я человека этого спрошу, я запишу на бумажке, я вам пришлю, вот как это называется. Спасибо, это очень интересно будет нашим радиослушателям. Особенно, что это будет потом. Ну, даже если есть еще. Можно конкурс устроить, кто послушает нашу музыку там. Вот. На самом деле, вся беда в том, и одна из причин того, что мы это организуем и проводим этот фестиваль уже 8-й сезон, в том, что мне кажется, что на небосходе у нас есть какие-то одни старые звезды, а новых появляется крайне мало и крайне редко. И поэтому вот каждый год проведения вот нашего фестиваля мы находим там буквально одну-две группы, которые соответствуют понятиям, не знаю, талантливые, интересные, запоминающиеся, но не более. Вот. Значит, в сезоне, вот, за эти сезоны мы где-то проводим более 70 групп, проходит, а в конце остается 1-2. Это может нормально, а может не нормально, я не знаю, как к этому относиться. И вот мне Гринвич для меня изначально такая группа, на которую я бы, может быть, молился на это. Но я на другой молюсь, поэтому на самом деле не молюсь, а слушаю их с большим удовольствием. Почему-то.
А почему не знаю? Нравится и все. Причем нравится не только мне. Вот я несколько раз видел Гринвич на фестивалях, в частности, позапрошлом году на фестивале Сосновоборского рок-клуба, где они заняли с успехом первое место. Помните? Да, конечно. Как ни странно. Да, было выбито много. Издержки профессии. Да это не издержки, это на самом деле, наверное, приятная сторона профессии. Сколько лет вы вместе существуете как группа Гринвич? Это начало, я вам точно скажу, 1 сентября, как сейчас помню, 2005 год то был. 2005 год, 1 сентября у нас состоялась первая репетиция в составе, вот в котором, собственно, мы будем играть 6 августа. Вот только Михаил к нам присоединился несколько позднее. Ну и гитарист немножко, так сказать, уехал. А так будет даже самый первый барабанщик, Саня Морской. Кто там? Басист у нас будет. Старый. Как его зовут? Тоже Саня, только Глебов на этот раз. Ну, то есть Морской только один? Понятно. Да. Ну и вот, собственно, практически в золотом составе это будет происходить. Скажите, пожалуйста, уважаемый Олег, а вас самих устраивает то, как вы существуете и каких успехов добились или не добились за эти годы? Решительно нет. Почему? Решительно нет. Ну, потому что когда затевалось все это же, ну, уже время сколько прошло, сами понимаете. То есть, ну, 16 лет. С одной стороны. То есть там прошлое было все. Амбиции. Кто-то там звезду все словили, переловили там. Потом жизнь показала, как это все на самом деле. То есть все это у нас, мы давным-давно это, всем этим переболели. То, что... Да и жизнь сам показала, кто крутой, кто не крутой. То есть вот вы говорите там, крутая группа. Я сижу, просто киваю, понимаете? То есть нет уже вот этого, о, там я там крутая там. Группа, там. А как вы сейчас относитесь к своей группе, к себе? Как? Вы кто? Просто рядовой? Ну, рокер? Это хобби просто осталось и все. Потому что приложено было максимум усилий. То есть мы делали все, чтобы этим жить, то есть только этим заниматься, но не срослось. Как бы. Тут не вышло, там что-то не повезло маленько, то есть, ну, вот так вот. То есть не получается заниматься только лишь этим. Ну вот вы музыку пишете всей группой или вот только один? Всей. Ну как, ну коллективно все это делается. Раньше писали с Димой Морозовым, гитарист, который у нас был. То есть, ну остальные там уже на репетициях вносили свои там идеи, поправочки. Там. То есть как-то так. То есть у вас настоящее коллективное творчество? Да. И да. Поэтому автор музыки и текстов коллектив, группа Гринвич. Да. Ну, это будет справедливо, так скажешь. Вы также считаете, Михаил? Что именно? Что у вас коллективное творчество или это все-таки основная роль все-таки у Олега? Нет, я считаю, что мы все коллективно на репетициях приносим что-то из своей головы и играем вместе что-то. То есть, по идее, вам больше нравится участвовать в репетициях, в процессе творческом? Или потом уже интереснее играть на концертах? Мне ближе импровизация и джем-сэшн, так называемая игра на репетициях. Ну, собственно, на концертах тоже что-то придумывание. Ну, создание, да, вот этот трепет от создания. Это не значит, что дома ничего не пишется вообще. Просто на концерте или на репетиции это делается под особой спецификой. И с особым настроением. Ну, дома тоже. Ничего так. Вот вы как группа существуете 16 лет. Практически в одном том же составе. Кошмар, да. Угу. Ну, столько, конечно, не живут, понятное дело. Такая получается большая дружная семья. А дети в этой семье ваши песни. Угу. Выходит так. Так они уже выросли, все уже. Но они от вас не уходят никуда, они остаются с вами? Да нет. В этой семье? Получается так. Вы же на заказ никому и никогда песни не писали или пишете на заказ? Нет.
Мы изначально хотели вообще это саундтреки писать просто к сериалу. Получилось? То есть, только мелодию хотели. Они сами с собой потом переросли в песни, вообще от нас не зависело ничего. То есть хотели писать музыку, понимаете, явилась песня. Песни не пишутся вообще, они, ну, они приходят, как бы. То есть, как вот, вы, типа вы готовитесь написать? Да как и у всех, банальная всего? Вещь, я скажу, она, ну, ты вот, да, действительно, или работаешь, или идешь по улице, едешь в метро, тебе раз приходит песня просто, она приходит, ты ее там потом реализовываешь на репетиции, вот и все. То есть просто мелодию не получалось. Играть там требовался вокал, требовался, ну, текст, соответственно. Текст весь идет от вас? Нет. Вначале, да, там, то есть, ну, когда первые песни были, то есть это тексты мои были. Потом что-то друзьям, знакомым дали послушать, пригласили на репетиции, они такие: ой, слушай, у меня текстик есть, я, ты знаешь, там стоит, краснеет, там боится признаться, что ли, стесняется, там я сам пишу, ты не посмотришь, там вот текстик, там, может, сделайте по-братски там песню, как бы, вот. Благодарен буду, ну, гранты. Смотрел, что прикольный текст, попробовали, о, лег вроде, ну, ну вот, вот один. Вот. И таких случаев несколько. Таких случаев несколько. То есть не, далеко не все тексты принадлежат мне. Вы, как группа, получается, творите не только в самом с начала своего творческого пути, но и вот в последние годы у вас песни появляются, и вот в последние годы? Да, появляются, их довольно-таки много уже накопилось, но опять же говорю, это переросло в хобби, и нам просто не дойти там до студии, там, нам не собраться, вот, там, всех там, кто-то не вышел еще с тех заморочек, которые, вот, когда мы мочили, вот этот чёс шел, вот этот, 12-й год, когда мы вот с вами познакомились, вот, это, вот эти концерты, там, по три концерта в неделю, там, вот этот вот, ну, чёс реально, всех послетали с работы, там, кого-то поувольняли, там, то есть, ну, невозможно работать, зарабатывать и творить такую херню. А после концерта на работу какой-то приходишь, это я к себе. Истощенный. Или наоборот. Вот. Вот. Ну как? Как по культуре бы сказать-то. Ну давайте так, с балды, ладно, приходишь. Ну, естественно, с работы быстро всех поваляли, вылетели тут же, как бы. Естественно. То есть вы считаете, ваш некий подъем был именно в районе 2012 года? Когда мы познакомились с вами, так получается? Да, не подъем, а попытка, так сказать, заниматься этим и только этим. То есть музыкой, только музыкой? Да. Музыка вас, получается, никогда не кормила? Нет, конечно. То есть получается, что музыка для вас, на самом деле, получается, чисто хобби? Чисто хобби, чисто убыток, чисто минус бабки, минус время. Ну, все, пожалуйста. А как к этому относятся ваши жены? Родственники, близкие люди. С пониманием. С пониманием. Всех? Ну, ну, конечно. Конечно же. Из семьи никто никого не выгнал. В отличие от работы. Вот. А работы меняли? Меняли. И мало того, мы как-то даже сами приспособились искать такие работы, где можно было бы вот так вот. Захотел, пришел, не захотел, не пришел. То есть подстраивать под репетиции, под музыку. То есть. Получилось? Да. То есть, по-своему, вы счастливы? Нет. Если я вам скажу, что я счастливый человек, это значит, что мне пора уже как бы вот эту справочку там. А как бы вы могли охарактеризовать свое ощущение? То есть вы не счастливый человек? Я не могу назвать себя счастливым. И не счастливый. И не счастливый. То есть где-то посередине находитесь. Нормалек, знаете, вот пойдет. 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 Пойдет, дойдет, наверное, еще. Пойдет, дойдет, да. Почему нет? Это касается всех членов группы, как вы думаете? Я могу за себя только отвечать, я не могу уже. А вы что скажете, Михаил? Мы всегда в процессе, я могу сказать за себя, что у нас есть путь, и мы по нему идем. Мы можем стоять, мы можем лежать, мы можем кувыркаться. Прости, пузи, это что такое вот это, я вот сейчас... Ну, пузи. Это пузо, это живот. А, пузо, пузо, пузо. Да-да-да. Мы можем просто задерживать дыхание, просто в разных состояниях находиться и
целом все. Вам интересно быть вместе в этом коллективе, в группе? Ну, я думаю, что если бы это сейчас банально было звучать, если бы мне было неинтересно, я бы не находился. То есть это взаимное влечение друг к другу в процессе созидания, написания новых песен. Это вас, получается, всех достаточно сильно стимулирует. Получается, не деньги, а именно творчество. Да, в первую очередь. Это хобби, так называемое. Но это не хобби. Это, наверное, больше, чем хобби. Да, хобби. Чуть-чуть больше, чем хобби, чем, чуть меньше, чем основной род деятельности. Ну, может, в этом это и счастье, что... Вот смотрите, любое дело, любая профессия даже, она начиналась с хобби, правильно? Потом во что это перерастает? Сроки, объем. Рутина. Рутина – это бабки, как бы, то есть, и все это превращается тупо в работу. Любое дело, вот стулья люди делают, там вначале там кого-то прикололывают просто. Получилось, ему понравилось это, в принципе, результат всегда есть. То есть вы сейчас хотите перейти к... Я к тому, что я говорю, слава богу, что, может быть, мы к этому это стало, не типа пришли. Работает? Что у нас это как было кайфом, он так это на уровне кайфа и осталось. То есть не надо вот это вот там, так, ребята, у вас сегодня здесь концерт, у вас завтра там концерт. То есть это не стало, не поясню это слово, порнухой, как у многих, кстати. Это вылилось. То есть вы хотите сказать, что те коллективы, те группы, которые достигли какого-то, условно говоря, успеха, успех представляется тем, что у них много концертов больших. Я не раз слышал, да, что они говорят, что мы несчастные люди. Ну, это, ну многие звезды говорят, да вы не понимаете, у нас депрессия, у нас... Там вы не врубаетесь, что это на самом деле такое, обратную сторону медали, вы не понимаете, зрители. То есть, а это действительно, это ад, я верю. С одной стороны, получается, что вам повезло. Да. Вы дошли до какого-то я периода. Я вот этого да? и говорю, да. И не перешли эту грань. Угу. Когда это стало нудной, тяжелой работой. Да, это не превратилось в рутину, то есть у нас не... Вот только тогда, вот, когда мы по... Немножко запах вот этот вот чуть-чуть почувствовали вот это вот в 2012 году, вот когда по 3-4 концерта в неделю, ну это действительно тяжеловато, как бы. Вот. Но, может быть, слава богу, что нам это денег не приносило, поэтому у нас были силы, нам это было все равно по кайфу. Я задам бестактный вопрос. А у вас не было того, чтобы 3-4 концерта в день такого не было? У меня 2 концерта в день было. У меня 2 Максим. Было тоже. Только не с Гринвичем это. Ну, с двумя разными исполнителями в двух разных местах. То есть, типа, 3 дворца спорта в день, 3 стадиона в день. Я бы даже сказал, вечер даже, я бы сказал. Угу. Да, у меня это было... Так это судьба многих команд, кстати. Так они по 3, по 4 там делают. Там, по 3, по 4, да, в день. Да. Очень серьезно, это тяжелая работа. Тяжелая работа. Киркорова возьмите перед Новым годом. Что с Киркоров? Киркоров это... Там каждый час у них там. Это многих игрок групп, которые... более-менее себя проявили, достигли чего-то формально. То есть, по-своему, тот тезис, который вы сейчас отстаиваете, следующий. Вы занимаетесь любимым делом, пишете, сочиняете музыку, программы, и при этом не перешли ту грань, которая отделяет это творчество от работы. Это не стало для вас работой. И да, и нет, видишь, в чем дело. У нас и частота репетиций, частота выступлений. Мы, вот у нас концерт раз в год. У нас репетиции раз в 3 месяца. То как есть, хватает? Ну вот у нас какое-то мероприятие там намечается, вот мы к нему готовимся. То есть репетируем только тогда. Ну ладно, там исключение было, вот год назад там песня новая родилась. Хотели записать ее. Так и не дозаписали. Записали барабаны только. Бас. За 15 минут. Бас. Это шутка там такая. Простите, а у вас есть какие-то песни записанные? Новые? Нет, старые, любые. Ну вот те, что есть, там 12 штук там. Но это и то там они там, это не дозапись. То есть они без мастеринга. То есть. Они только сведены и. У вас хватило и даже этого этапа. До мастеринга не доводите. Ну, не то, что хватило. Нас не хватило. Это сделать все по уму, как бы по грамоте. Нас не хватило этого сделать. Почему-то. Я не знаю, почему. Вы это никак объяснить не можете? Нет.
То есть вы та самая уникальная команда, группа санкт-петербургского рока, который, по словам Андрея Бурлаки, где-то более 6 тысяч групп, которые вот застряли или не застряли, а достигли некого этапа в своем творчестве, когда у вас есть чем гордиться, но вы не хотите или не можете, или не получается идти дальше. Правильно? Так, вот, так да, можно? Да, примерно так. Примерно так. Но самый, знаете, вот все-таки самый большой наш враг – это организация, потому что мы можем организовать репетицию, мы можем делать материал, мы можем его исполнять, мы можем его играть, но мы не можем организовать нормально выступление какое-то, мы не можем организовать рекламу, мы не можем спамить там народу, там, чтобы приходили на концерты, то есть долбить вот это вот, там, в личку писать, накручивать там голоса там себе где-то в каких-то конкурсах, там еще чего-то. То есть... Это как бы не ваша работа. Ну, да. То есть вас не хватает именно организующего фактора команды. Организатора, да. Вот, хотя у вас есть человека... женщина-директор, которая вами занимается все эти 15 лет. Нет, она не все занимается. То есть у нее тоже она как-то сказала, что, ребятки, я сейчас у меня тут проблемы, я просто вас не тяну и не могу вами заниматься. Ну, раз она мать четырех детей, это естественно, не просто. Вот, да, Наташа, привет. Скажите, пожалуйста, а вы хотите что-то сказать от себя лично или от лица своей группы? Какое-то пожелание, не знаю, фестивалю, музыке, жизни, ну, чему угодно, пожелание для того, чтобы, я не скажу улучшить, может быть, вас это состояние устраивает, как-то изменить ситуацию, которая сложилась сейчас с вами. Я думаю, что это не только с вашей группой такое, наверное, у многих групп подобная ситуация. Ну да, но, знаете, пришли вот сколько вот было пережито, сколько было вот наблюдений проведено. Главное не, ну, быть честным перед самим собой, банально звучит, но это так. То есть не врать ни в коем случае, там не лукавить, но вот как есть, вот так и есть, будьте открыты. Потом будет проще просто выдержать любой удар, потому что тебе не надо юлить, тебе не надо ничего там такого скрывать, выкручиваться тебе не надо. Вот ты такой, какой ты есть. То есть вы, собственно говоря, не жалуетесь? Нет. Не жалуюсь, потому что мы всегда были честные перед зрителями, да, перед собой, и нам нечего стыдиться, нечего скрывать. И... Фантастика. Вам нечего сказать радиослушателям? Как это нечего? Я же и говорю, ребята, будьте собой, будьте честные перед самим собой в первую очередь. А потом автоматически вы будете честными перед другими. Фестивалю хочу пожелать. Новый процветания, романтики. Новой романтики, долгих лет жизни. Такие дела. То есть переходы новой романтики в старую романтику, в среднюю романтику, просто в романтику. Спасибо. В метаромантику. Ну, как-то так. Как-то так, наверное. Большое спасибо за честные и откровенные слова. Абсолютно. Олег, Юрий, вам спасибо. И Михаил. Вот. Уважаемые радиослушатели, уважаемые рокеры, зрители, фанаты, мы сейчас выслушали интервью и мнение о музыке, о своем существовании в музыке Олега Эбелинга и Михаила Потапова из группы «Гринвич». Большое спасибо. Спасибо, друзья, спасибо.